Ноутбук Hewlett Packard, фолио 1020. Состояние ноутбук хорошее. Материал изготовления алюминий. Сильно заметных царапин коцок нету. Все болты на задней крышке на месте. Задняя крышка поцарапанная, соответственно. У данной модели сенсорный экран. Насколько мне не изменяет память, на 10 прикосновений. Сейчас проведем несколько тестов. Ноутбук работает от сети в данный момент. Wi-Fi он подловил. Сейчас проведем тест клавиатуры. Специальный сайт KeyTest на проверку работоспособности кнопок. Кнопки не нажимаются. Кнопки на трекпаде идут сенсорные. Основные клавиши работают, остальных просто-напросто нету в наличии. Сейчас покажу состояние аккумулятора на ноутбуке. Демонстрирую ВАИДА 64. Степень износа 0%. Это степень заряда аккумулятора в данный момент. Сейчас продемонстрирую работу без зарядного устройства. Ноутбук ругается то, что севший аккумулятор на 4%, потому что заряженный. Стоит жесткий диск на 235 гигабайт, SSD, быстрая память. Точные характеристики ноутбука предоставлены здесь.